Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1499. События дня. Откровение 1.17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». За 19 января 2020 года. Вот обращение о помощи Игорю комбайн купить. Не шуточное дело, а желательно очень. И 4 ролика про их жизнь, что все это не обманно, а по сути. Это наше содружество, как называют чат. Считать не могу много уже, поэтому предоставляю возможность самим просчитать.
Ну, что за события были? Это за 19-е, за крещение. Утром батюшка литургию провел. И потом все, что касается крещения Господня. Вода была заранее приготовлена. 4, кажется, 5 посудин. Большие. Ну, всем хватило. Закончилось. Мы снимали, батюшка как-то стерпел нас, он все против. Я фотографировал, Володя снимал на видео. А Сергей Пупков прямо прямой репортаж шел. Как-то делается так. Потом собрание. Воду разливать начали, разбирать. Ну, мы сказали, доставьте пока до конца. Сейчас собрание проведем. Небольшое собрание было. Но собрание так задело. Я сказал, что следующее 26 января будет. А 26 у нас написано там и показал, что означает в этот день. За крещением. День общины нашей. Рождение ее. А следующее, воскресенье, начало работы нашего сайта. В прошлом году, это было 3 февраля, и здесь у нас службу вел митрополит патриархии Сергий Иванников. А нынче воскресенье падает на 2. Я сказал его пригласить батюшке. Батюшка говорит, без меня решили, без меня и делайте. Ну, как без тебя решили? Я раньше говорил об этом. И с тобой разговаривали, он или забыл, или решил нас испытать, не знаю. Ну, вот так. Я снова сказал, какая нам польза от того, что он у нас здесь, отношения изменились. И, ну, он такой внимательный. На сегодняшний день, я говорю, не знаем, что завтра будет еще. Ну, думаю, Бог сохранит расстаться по-хорошему. И так вот, такая ситуация. Думали, занятий не было. Наши собрались, 9 человек, поехали на Обь. Туда крестный ход патриархия делала во главе с митрополитом Сергием. И там кое-что записали, сейчас я как раз заканчиваю, будет стоять. Сам я не был, сидел дома, занимался. А потом у нас что было? Занятия. Пошли мы в чат-рулетку, оказалось всего 3 или 4 человека. Ну, побыли, записали, я еще не все ролики туда... Надо перекачать теперь к Вячеславу. Он из них будет делать общие, как у всех было дело. Ну, а потом вечером с 6 уже началось занятие прямо по интернету. У нас идет по скайпу. Вот и все. Тут я занялся самолечением. Глаз тут надо медом было напитать. Так вот прошел этот день. Пурга началась опять, снегу намело. Я несколько раз ходил, кормил птичек. Все заметают у них, по-новому даю. Голубей много налетает, все съедает, а воробьям нету. Я для них даю, а эти съедают. Ну вот так. На богослужении был Никита Устинов. Спросил я про голубей. Говорит, там много диких. Я говорю, оставляй их, как они живут-то. А вот их падеж был большой. Почти 2/3 у меня погибло на сегодняшний день. 2 больных тут голуби сидят. Кто знает, как дальше будет. Ну вот так прошел воскресный день, отчет за него. Больше ничего нету.